Нижнего минус один. Колниети снова пик-н-ролл с Уильямсом. Снова нарушение правил. И, наконец-то, and one. Пришел здесь страховать Артем Комолов, но каким-то выхолощенным. Причем обе. Здесь передача внутрь. Уильямс снова не попал со второй попытки. Алан Уильямс. Кто-то не рассчитал происходящего. Каммингс. Уильямс. И заталкивает мяч Алан Уильямс. Опуская руки, Алан Уильямс задел по лицу Гонкевича. Вот в этом эпизоде левой рукой Каммингс. С Уильямсом очередной перекинрол. Алан Уильямс перекрыл Локомотив. Пашутин разводит руки, говорит, давайте без палат, защищаемся. Уильямс говорит, убери-ка это из моего баскетбола. Уильямс сразу на него забрасывает мяч, он против Гавриловича, обыгрывает своего сопернику Гавриловича. 4 фала. Керви, как все быстро, не попадает Кевин Керви. Куба поборолся за отскок, блестяще, Уилл Каммин спас этот мяч и отдал передачу на Уильямса. Теперь у Нижнего не так много идей именно в позиционном нападении. Керви и все отошли от Алана Уильямса. Еще один подбор. Дабл, это 10-й дабл-дабл для него в матчах единой лиги ВТБ. Он 22 игры сыграл в этом турнире. Каммингс остался против Гавриловича. Это значит, что Шепард против Уильямса. Блестящий разворот Алана. Несколько подборов из третьей попытки. Алан Уильямс. Уильямс еще и под кольцом бросит мяч. Передача на Колниетиса. Алан Уильямс ведет Локомотив к победе. И 2 очка из-под кольца. Д. Доминирование. Каммингс. Заслон от Уильямса. И Алан в очередной раз на острие этого пик-н-ролла. Небольшой победный танец. Стящий.